Нет, нет, я ничего не знаю. Ничего не знаю. Нет, я ничего не знаю. В рамках конференции «Русская литература в меняющемся мире» в Доме культуры Российско-Армянского университета состоялся показ повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Спектакль был представлен театром РАУ БЭМ. Зрители смогли погрузиться в атмосферу мистики и загадочности, присущей оригинальному тексту. Они не только насладились игрой актеров, но и вновь открыли для себя пушкинский мир.